песенки для детей. Наш мир нам кажется большим, да, да, да. И вместе мы играем с ним, да, да, да. Мы будем песню напевать, да, да, да. И вместе с вами танцевать. Биби Знайки. Здравствуйте, ребята! Биби Знайки уже готовы, а вы, ребята? Тогда давайте запомним букву «Л». Привет, мы букву новую сегодня изучаем. И вас зовем, ребята, вместе с нами повторять. Мы песню напеваем, танцуем и играем. Мы алфавит запомним и будем буквы знать. А что это за буква? А что это за слово? А это буква «Эй». Да! А вот какое слово мы знаем с буквы «Эй»? Лошадка. Правильно, Биби Знайки. Продолжим. А что это за буква? А что это за слово? А это буква «Эй». Да! А вот какое слово мы знаем с буквы «Эй»? Лошадка. Да, Биби Знайки, все верно. А теперь все вместе. Мы весело играем, мы песню напеваем. Запомнить буквы сложно, но нам не привыкать. И если мама спросит, мы ей пообещаем, что алфавит запомним и будем буквы знать. Замечательно, Биби Знайки! Теперь все малыши запомнят букву «Л». Спасибо, Биби Знайки! И до новых встреч! Привет, ребята! А Биби Знайки уже ждут вас! Давайте сегодня, ребята, мы запомним букву «М». Сегодня изучаем и вас зовем, ребята, вместе с нами повторять. Мы песню напеваем, танцуем и играем. Мы алфавит запомним и будем буквы знать. А что это за буква? А что это за слово? А это буква «М». Да! А вот какое слово мы знаем с буквы «М»? Мячик! Правильно, Биби Знайки! Продолжим! А что это за буква? А что это за слово? А это буква «М»? Да! А вот какое слово мы знаем с буквы «М»? Да, Биби Знайки, все верно. А теперь все вместе. Мы весело играем, мы песню напеваем. Запомнить буквы сложно, но нам не привыкать. И если мама спросит, мы ей пообещаем, что алфавит запомним и будем буквы знать. Замечательно, Биби Знайки! Теперь все малыши запомнят букву «М». Спасибо, Биби Знайки, и до новых встреч!